Безопасность превыше всего. В преддверии главного спортивного события года, командного чемпионата Европы по легкой атлетике, представители администрации города провели рейд по безопасности Красной площади и стадиона «Олимпийский». Камеры видеонаблюдения, турникеты, металлодетекторы и парковки – все это первым делом обсуждали в ходе рейда представители МВД по городу Чебоксары и сотрудники на объектах. Ведь главная задача – обеспечить безопасность как участников чемпионата, так и зрителей. На Красной площади мы проводили не один десяток подобных мероприятий с большим скоплением людей. У нас утвержден паспорт безопасности Красной площади. Мы сегодня специально встречались с сотрудниками полиции для того, чтобы уже утвердить расстановку турникетов, расстановку арок, металлоискателей, сотрудников полиции, для того, чтобы совместно с нами, совместно с сотрудниками частных охранных предприятий обеспечить полную безопасность граждан. Я думаю, что никаких неожиданностей здесь не будет, и мы справимся с поставленной перед нами задачей. К чемпионату Европы было установлено большое количество камер. Также в рамках программы «Безопасный город» установлены две новые видеокамеры для того, чтобы иметь полный обзор всей территории стадиона и внутри него. Также создана специальная группа, которая будет просматривать изображения с этих видеокамер в режиме реального времени и оперативно реагировать на все возможные ситуации. Территория будет расширены контрольно-пропускные пункты. Будет пропускать через металлодетекторы. Рамочные металлодетекторы будут установлены. У центрального входа стадиона 6 рамочных металлодетекторов. И с этой стороны, где спортсмены будут проходить, также будет установлен металлодетектор. За 2 часа до начала мероприятий будет обследование места проведения массовых мероприятий с использованием служебных собак. Помимо безопасности, администрация города заботится и о комфорте людей, которые будут находиться на стадионе. Сейчас разрабатывается схема парковок вокруг спортивного комплекса. Но все же всем тем, кто ценит свое время, не стоит пренебрегать общественным транспортом. Юлия Важинина, Андрей Спиридонов, Республика.